Решение Киева прекратить авиасообщение с Россией станет очередным актом безумия. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Арсения Яценюка. О том, что действия украинских властей разрушают экономику страны, свидетельствует и сегодняшнее решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's. Суверенный кредитный рейтинг Украины понижен до уровня SD, что означает выборочный дефолт. Прогноз по долгосрочному рейтингу в национальной валюте негативный.